К уголовной ответственности за хищение государственных средств в Восточном Казахстане привлечены 32 бухгалтера. Все они сотрудники школ, детских садов и акиматов. Об этом стало известно во время пресс-конференции, которая состоялась в областном суде. Также перед судом предстали 60 государственных служащих за должностные и коррупционные правонарушения. Однако руководители таких сотрудников к ответственности так и не привлеклись. Продолжаем выпуск. 110 кустов конопли обнаружили и изъяли у жителя Семея. Гражданина задержали в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Койкнар-2019». Всего за 6 месяцев текущего года отделом по противодействию наркопреступности управления полиции выявлено и зарегистрировано 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Среди них есть марихуана высушенная, героин, гашиш, ацетилированный и экстракционный опий. С 1 июня по 31 октября в Семее проводится широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Койкнар-2019». В ее рамках с 8 по 12 июля проходит антинаркотическая операция «Паутина». Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности был задержан житель Семея, у которого было обнаружено и изъято 110 кустов конопли. Как стало известно, данное растение выращивалось прямо во дворе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 300, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ранее человек также был ранее привлекался к уголовной ответственности, также употреблял данные наркотические средства. 3 июля 2019 года правительством Республики Казахстан утвержден новый список свободной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам. Старая свободная таблица Республики Казахстан была, получается, ранее 84 наименования наркотических средств, психотропных 84. В данное время, получается, в новом списке 286 наркотических, в общем, наркотических, психотропных и прекурсоров наркотических средств в данное время 126, психотропных 137 и прекурсоров 23. Всего за 6 месяцев текущего года отделом по противодействию наркопреступности управления полиции выявлено и зарегистрировано 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Среди них есть факты хранения наркотических средств в особо крупном размере, незаконный посев наркотических средств, хранение без цели сбыта и 52 уголовных наркопроступка. Бахытгуль Кадес, Ильмира Жерсенбек, Казаилия Сабит, телеканал «Семей».